Здравствуйте! Сегодня понедельник, 27 июля. В эфире новости от MaxiMarkets. Наш официальный партнер — информационное агентство Банкир.ру. В этом выпуске обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, Банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. Сегодня в еврозоне будут опубликованы индекс деловых ожиданий и индекс делового климата Германии, а также июньский отчет о безработице во Франции. Великобритания обнародует данные по индексу промышленных заказов. В США будет опубликован отчет по объемам производственных заказов на товары длительного пользования. Кроме этого, в Америке пройдет аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций. Евро/доллар на торгах в пятницу продемонстрировал смешанную динамику и практически не изменил своих позиций относительно начала торговой сессии. Европейская валюта вместе с американским долларом словно соревновались друг с другом в том, кто больше разочарует участников рынка. Сначала евро/доллар снизился благодаря слабым показателям индекса деловой активности в секторе услуг и в производственном секторе. Причем больше других разочаровали Германия и Франция, наиболее стабильные экономики еврозоны и последние островки надежды инвесторов, верящих в дальнейшую ремиссию Евросоюза. После начала американской торговой сессии инициативу аутсайдера перехватил доллар США, в первую очередь благодаря снижению показателей по продажам первичного жилья в Америке. Евро/доллар отыграл потерянные позиции и закончил торговую неделю на отметке 1.0980. Макроэкономический календарь понедельника традиционно не изобилует важными новостями, однако публикация индекса делового климата Германии и уровня базовых заказов на товары длительного пользования в Америке способны вызвать значительные движения на валютных рынках. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем коррекционный рост пары евро/доллар к важному уровню 1.10, после чего ожидаем снижение пары к отметкам 1.0960, 1.0940 и 1.09. Первое Форекс-телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. MaxiMarketsTV. Зарабатывай на новостях. Британский фунт на торгах в пятницу также практически не изменил своего курса по отношению к американскому доллару. В итоге пара закрыла торговую сессию с понижением на 0,7%, в первую очередь благодаря разочаровывающим данным по розничным продажам в Великобритании в четверг. В отсутствие новостей в британском экономическом календаре в понедельник предполагаем продолжение нисходящего тренда британского фунта, связанного с падением цен на нефть Brent и снижением доходности среднесрочных государственных облигаций Великобритании. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционный рост фунт-доллара к отметке 1.5520, после чего ожидаем снижение пары к уровням поддержки 1.55, 1.5465 и 1.5420. На торгах в среду золото выросло в цене по отношению к американскому доллару, изменив основные уровни поддержек и сопротивлений. Ближайшая поддержка по золоту переместилась на уровень 1090 долларов за тройскую унцию. Пробой этой поддержки будет означать дальнейшее снижение золота к уровням 1087 и 1080 долларов. Ближайшее краткосрочное сопротивление для металла сейчас проходит на уровне 1105 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1112 и 1120. $20. Серебро практически не изменило своего положения по отношению к американскому доллару на торгах в среду. Уровень поддержки для металла по-прежнему находится на отметке 14 долларов 55 центов. В случае пробоя этой поддержки металл продолжит снижение к уровням 14 долларов 20 центов и 14 долларов ровно за унцию. Ближайшее локальное сопротивление для серебра остается на уровне 14 долларов 75 центов. Преодоление этого рубежа откроет дорогу для роста металла к уровням 15 долларов ровно и 15 долларов 25 центов за унцию. Информационный видеоканал MaxiMarkets теперь в прямом эфире на Ютубе. Подпишись и будь в курсе. Они называют нас игроками.